Ну, за Соню, Петра, Михаила. Гостинцы, что он привез? Трофейные. Подписал, кому чего, чтоб не перепутать. Так, оп. Анна, держи, тебе, Нюр. Ох, а? Так, Софья, Жень, тебе он. Вот, вот, держи. Ой, батюшки. Отрез вот, на все орал, Нюр, тебе. В общем, юбки, шмубки, шейтесь, перешейтесь. Я не маленькая, я же выросла-то. Ой, по-деревенски там все, а? Не, итальянцы. А тебе хорошо, тетя Нюр? Да тебе как хорошо-то, а? Ой, ну, я в нем-то на свадьбу и пойду. Ну? Кому на свадьбу? Так, как питание твоей, да? Выросла она, было. Ну, давай замуж пора. А, я ей подарю, подари ты. Хотели, я сама подарю. Я что запропастились-то? Здравствуйте. Картошка стынет, рыба стынет. Рыба уже удавал мне. Ну что это, где они, а? Так идете или нет? Здравствуй, Шура. Здравствуйте, Иван Дементьевич. Извелся, говорю, жених. Вы еще этот сельмак новый открывать намерен. Подарки Иван привез. Дядя Ваня! Иван же поставил, ты его куда? А где 4 года был, туда пусть и идет. Ты что, Саня? Ну, подожди, таскать. Пусть еще потаскается, Нюк. А мне нет, меня жених ждет. Ну, а вы какой идете, жених? Рима Сальбертович. А что ты дрожишь? Ватис, жених твой. Ой, где ж его 4 года-то носила, а?
прийшов десь такою шляпу, галстук, футинути, пирданути, а? З рейдами, що мені буде спорити. Господи, ушов? Ну, пустіть його. Пустіть його, дівки! Так уже пошли! А ми теж пойдемо. Ми побіжемо, так. Ви тільки держите мене. Держи, дівки, держите. Ой, дівки, війна там закінчилась, а у нас своя почалась. Я что, усобиться? Побежала, а не ждала ее в руку. Ой, за ее! Михаил 2, Женя на перекате из-под Брелина вытащили 3, День Победы 4, сегодня 5. Пока не пришли мою литовскую сказку тебе, вернее не сказку, а обычай в старину был давно, когда еще Литва Литвой не называлась, можно? Если воин после войны не возвращался домой, и никто не знал, где он и что с ним, жена была обязана ждать его 3 года. 3 года прошло все. Имеет право выбрать себе нового. Интересно другое. Выбрала. А тут прежний на пороге, что делать? 12 больших, громадных костров разводили. 6 с одной стороны, 6 с другой. Коридор огненный. И должна была женщина пройти по нему от начала до конца. Если выдержала, прошла сквозь огонь. Если невредима, даже волос не подпалила, значит, чиста она и нет на ней вины. Греха нет. И имеет право жить с тем, с кем пожелает. А Саша не 3-8 ждала, и не 12 костров. Отколь! Знаешь, как считать? И я не знаю. Чиста Александра перед тобой, перед всеми это знаю. И давно вы с ней, а? Эх, Иван. Нормально. С возвращением. Да я уж вижу. Да я уж вижу. Устроил цирк. А галгу, платок. Петром вместе воевали? Ор, разделили еще в эшелоне. Меня на белорусский, его под Сталинград. Очень желал Губарев вас с Петром посадить очень. На перрон выскочили с чекистами, хотели с эшелона вас снять. А поезд уж хвостиком нам ту-ту. Очень было дело такое завели. То поймали, было бы дело. А так кому вы нужны? Не на курорт же сбежали, ну рукой махнули. Мстить начал. Лютовал. Губарев. И Соня, и Саша Михаила с конюшни выгнал. Холод, голод. Трава ваша выписал с самой дальней деляны.
Осина молодая, проледеневшая, совсем не топится. Баню жгли, помог раскатать. Все, что можно жгли, досталось и бабам, и детишкам. Даже вспоминать неохота. Про Михаила знаешь? Зацин в ту пору повезло, много развелось. Я целков наставлю, один то попадется. Если лиса не съест, принесу, отдам. Летом полегче рыба, грибы, крапиву молодую варили. Председателя Нюра угрохал. Первое время я вместо него. Анну отправил на лесозаготовку на месяц в тайгу. Ничего, обошлось. Ты где пропадал? В 41-м на Белорусском. Потом до 44-го партизанил после плена. Ну а там уж до Берлина. А уже в Берлине один хороший мужик, еврей, сказал, ты лучше побегай пока по стране, а то тебя, как бывшего военнопленного, заметут на фильтрацию в лагерь. Ну вот, добегался. В плену был 11 дней. Выпьем. Из плена сбежал? Конвоир загрыз. Как загрыз? Зубами. Из окружения выбирались, много наших посекло, в живых не знаю, кто остался, кроме меня. Днем к нашим пробирался, а вечером в листву укрывался, спал. Ну что, сцапали меня возле реки? Связали, на расстрел повезли. Повез солдатик их. У меня сразу каким-то несуразным показался, фуражка у него на бекрень была. Ну вот, вез меня, насвистывал чего-то. Да насвистывался, дурак. Один конвоир? Да качо, я ж связанный, а у него автомат еще. Но вот только ошибку они допустили. Как покойника меня ногами вперед повезли. Надо было головой вперед по ходу движения. Тут они промашку сделали. Хочешь, покажу? Давай, покажу. Не надо, зачем? Женщины где? Я там шумну, малек. Наверное, скоро приду. Давай, вяжи мне. Ремнем вяжи мне руки. Натурально. Сейчас покажу. Ну? А давай. Вяжи, вяжи. Давай, давай. Натурально вяжи. Сильнее вяжи. А? Вот еще так? Сильнее. Еще сильнее. Я тебя жалеть не буду. Сейчас то. Теперь. Крепко. Ноги вяжи. Ноги не буду. Тогда садись. Ну? Сюда садись, вроде мы на телеге. Давай. Насел. Давай, вези меня. Веселый едешь, давай. На расстрел везешь, врага везешь. А ты не враг мне. А кто друг? Что ж ты, друг, жену мою скрадуешь, а? Рассказывай дальше. А что, дальше, ну, в лесу птички свистят. Ну, свисти. Свистеть не буду. А что, не умеешь? Не буду. Ладно, тогда трясись. Мы с ухабом едем, трясу. Давай, трясись. Ну, давай. Еще ну, трясись. Показывай же, ерундой тут занимаешься. Какой ерундой, я, знаешь, жизнь не прощаешь, мама. А, что же ты долго прощаешься, жизнь? Долго, да. Самые родные люди. Сел? Сел.
Че видел? Где ходил все эти годы? Саша, я вам партизан, воевал после этого Берлина. Помолчи, Римас Альбертович, помолчи. Ты тоже здесь с бандюками говорил, не в карты играл. Мы не знали никогда. Вернешься ты живой или убитый домой. Ну, хорошо, Вань, хорошо. Черт с ней, с этой войной. На ней все, что угодно могло быть. Ну, хрен с ней. Я ее зачеркиваю, Вань. Но вот после можешь, как на духу, а? И если брать начнешь, я что-то почувствую. Юрить начнешь, я почувствую. А если врать так, чтобы я поверил, Женька поверил, Нюра поверил, чтобы у нас у всех вам вырезали глаза на лоб от вранья твоего. Можешь так, а? Нет? Не можешь? Ну так бери свой чемоданчик, беру задницу и иди отсюда. Вот так. Жили без тебя? Жили. Прожили? Прожили. Еще проживем. Вот так. Че молчишь? Ваня, а? Может, ты какой герой? А я вот дурочку на тебя качу. Может, я ползать должна перед тобой, тут перед ногами, а? А я кричу, ты что-то требую от тебя. А ну давай говори, Ваня. Говори, Иван Демьянович. Мы вас слушаем. Он был в Крыму. Сбежал. Партизан нашел партизана. Потом года через полтора, когда отряд разросся, так... Радистку к нам заслали. Ой, славьте Господи, это ж посылка, что ли? Незачем, самолетом. Вот я с ней, всю войну с ней. И в Берлине... Так что виноват я сам перед тобой, сильно виноват. У нее девчонка, пацанка, вместе с бабкой в Угличе. Решили так, сразу после войны она к себе в Углич, я к себе на Урал. А не получилось. Бабка умерла, девчонка пропала. Сказали, где-то в детдоме, по Волге. А где искать? Все ж разграблено. Ей 13 лет, девчонка-то, в 45-м было. Долго искали, 2 года искали. Ну и что, нашел? Нашел в 47-м, когда мать умерла. А что с ней? Израненная вся, и ног у нее не было. Подорвалась в Берлине сразу после войны. На себе ее таскал. 2 года в бане с бабами мылся. Пускали к себе женское отделение. Ну, чтоб ее помыл, заодно сам. Чё-то мне всю войну такие хорошие люди попадали. Вот. А в 47-м умерла моя Саня. Чего? Ну, тут же Саня звали. Погревал какое-то время, погревал. Девчонку на ноги поставил. Настя звали девчонка. Да хотел я написать, хотел. Думаю, еще маленько времени пройдет. Напишу, объясню, что, как так, да как тут напишешь. Думаю, вот времени немного пройдет и с праздником с каким поздравлю. А потом, глядь, мать честна, уже... 3 года, как война кончилась, я все пишу. Уже 4-й я. Виноват я, Шура, перед тобой. Сильно виноват. Тебе пишу. Ясно. Тебя кто отпускал? А ну сядь на место. Вот вам бутылка. Решайте. Вот так. Будете дома? Нахрен! Вы что, расселись?
Thank you.